Բարելույթ բարեկամ։ Այսօր ինձ հրաշալի առիթ է ներկայացնել, ներկայացնելու մեր սպասված հյուրին, Մոսկվայի ժամանած լրատվական գործակալության տնօրեն, լրատվական գործակալությունը կոչվում է ռեալիստ, կարծում եմ շատերը արդեն հասկացան, որ մեր սպասված հյուրն է պարոն Սարգիս Ծատուրյանը։ Ողջունում եմ ձեզ հայրենի հողի վրա։ Իհարկե առաջին հերթին մեր հանդիսատեսին այսօր հետաքրքրում է, թե ինչ է իրականում կատարվում այս քաղաքական թողուբոհի հիմքում։ Որ էտապում ենք, մեզնից ինչ է ակնկալվում, մենք կանք թե չկանք, բոլորը հույսը դրել են հրաշքի վրա, եւ այդ հրաշքի մեջ մենք ինքներս որևէ անելիք ունենք, թե պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ գա մեր գլխին։ Եթե народ ждёт чуда, значит, он верит во Всевышнего, поскольку Всевышний может сотворить чудо. Но вместе с тем, для того, чтобы это чудо состоялось, нужно, чтобы мы предпринимали определенные действия. Армянский вопрос, он достаточно широкий, и он не может быть разрешен исключительно армянами или исключительно Арменией. Он предполагает вовлечение всего мира в решение этого вопроса. Под Арменией я понимаю историческую Армению, не только нынешнюю Армению, которая является наследницей советской Армении. Я имею в виду большую Армению от Евфрата до Куры, которая являла собой Эдемский сад, и предназначение которой было в распространении Божьего света. Именно религиозная подоплека, религиозный смысл был основным двигателем армянской истории. И вот сейчас, после 70 лет атеизма, у нас есть редкий шанс вернуться к Богу, восстановить наш договор с Богом для того, чтобы решить армянский вопрос раз и навсегда. Арцахский вопрос является частью армянского вопроса. Я не отделяю вопрос Арцаха от интересов Большой Армении. Но вместе с тем, именно в вопросе Арцаха мы должны показать свою принципиальную позицию, что это наша святая земля, во имя которой мы веками проливаем кровь. Для решения армянского вопроса нам нужно перезаключить договор с Богом. Со своей стороны Бог исполняет все. Он позволяет армянам жить в Армении, в Арцахе, несмотря на морально-нравственное падение, которое мы наблюдаем в армянском правящем классе. Вместе с тем, наше государство сохраняет. Пусть в усеченном виде, пусть в оккупированном виде, но он сохраняет. То есть он договор исполнил и продолжает исполнять. А армяне его не исполняют. Армянский народ, он отошел от Бога, отошел от его заповедей. Это не случайно все происходит с нами. Потому что мы должны соответствовать той земле, на которой наши предки жили на протяжении нескольких тысячелетий. Если мы не будем соответствовать этому, то мы потеряем то, что сейчас у нас осталось. Потому что люди все должны следовать тем предписаниям, на основе которых создавалась Большая Армения. Поэтому я вижу наш вопрос в разрешении системного кризиса. Сегодня армянская государственность находится не в экономическом, политическом или в культурном кризисе. Это совокупный системный кризис, в который мы входили как минимум более 30 лет. Соответственно, и выходить из него нужно тоже системно, с решением ряда вопросов, которые касаются экономики, политики, культуры, идеологии, веры и так далее. Իսկպես ասենք, այդ համակարգային ճգնաժամը նախ համաշխարհային երևույթ է, և այդ առումով այսպիսի մի հարց է առաջանում, եթե այդ ամբողջ համակարգը դուրս եկավ Հայաստանի դեմ, իդեմս Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իսրայելի և այլ և այլը, եթե նրանք կարողանային վաղուց մեր հարցերը լուծել էին, ինչ-որ մի բան դիմադրում է, այսինքն այս համակարգային պատերազմում մենք տեսնում ենք, ովքեր են այդ նեգատիվ ուժերը, բայց այն մյուս կողմը չի երևում, եթե իրոք այդ պայքարը գնում է, կա արդյոք դրան հակադրվող մի այլ համակարգ էսօր։
человечество действительно переживает системный кризис. Это кризис капиталистической системы. Данный кризис, он порожден неравномерным распределением материальных благ. То есть мы живем в период, когда эксклюзивная модель перераспределения благ должна уступить место инклюзивной модели перераспределения благ. О чем это говорит? Что олигархические модели управления рано или поздно, я думаю, что рано, будут просто демонтированы. Олигархические государства не смогут сохранять свои земли, не смогут их оборонять, и они будут уничтожены разными путями. В данном случае олигархическая модель в Армении должна быть демонтирована. Если она не будет демонтирована, то та несправедливая модель, которая у нас существует, та модель, из-за которой наши улицы переполнены мусором, она просто погибнет. Погибнет в результате, разумеется, внешнего воздействия. Я всегда говорил о том, что Всевышний сохраняет Армению. Всевышний знает и помнит истинное предназначение Армении. Даже несмотря на все то беззаконие, в котором жило наше общество, и в 90-е годы, и в 2000-е годы, Всевышний позволил армянам сохранить Арцах, пусть даже в оккупированном варианте. Почему это произошло? Для ответа на этот вопрос нужно открыть книгу Бытия и понять, где проходит граница между раем и адом. Господь прямо говорит, что Каин, первый убийца, после того, как он убил своего брата, был изгнан на восток от Эдема, потому что он не покаялся. Восток от Эдема – это и есть Бакинское ханство, которое было создано русской колониальной администрацией. И, разумеется, не только русской колониальной администрацией, но и в более поздний период турки подключились к созданию так называемого государства Азербайджан. То есть потомки Каина убивают нас, они сильны, но почему они сильны? Они сильны, потому что среди нас, внутри нашего народа, тоже есть каиниты. Если каиниты есть среди нас, то, соответственно, каиниты, которые сегодня возглавляют Бакинское ханство, они становятся еще более сильными. Что такое Великая Армения? Это же ведь не просто государство. Великая Армения – это большая церковь живого Бога. Обратите внимание, как только каиниты захватывают какую-то армянскую территорию, они уничтожают на ее земле наши церкви. Посмотрите, что произошло с армянскими церквями на Хидживане. Посмотрите, что произошло с армянскими церквями в Арцахе. Они уничтожают, а все, что не могут уничтожить, они видоизменяют, они хотят изменить сущность нашей веры. Они хотят, чтобы мы лишились антенны, через которую, условно говоря, антенны, через которую мы общаемся с Всевышним. Арцах – это ворота между раем и адом. И эти ворота проходят по реке Кура. И до тех пор, пока внутри нас, внутри нашего народа сильны каиниты, сильны убийцы, сильны люди, которые обворовывают свой собственный народ, свои вооруженные силы, до тех пор, пока мы не решим наши внутренние проблемы, которые связаны с духовностью, с нравственностью, мы не сможем восстановить большую Армению. Ահա իհարկե համակարգային վարակը շատ խորթ է մեր ինքնությանը եւ մենք դադարում ենք հայ լինել որովհետեւ մեր ուժը հենց նույն արդարությունն է բարոյականությունն է ճշմարտությունն է շատ կարեւոր է որպեսզի մենք կարողանանք հայ մեր այս քաղաքակրթական կռվում գտնենք մեր իրական դաշնակիցներին իսկ այդ դաշնակիցը գտնվի եթե մենք իրոք ներկայանանք մեր ճշմարիտ ինքնությամբ իսկ այս առումով ես կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ մեր առաջին դաշնակիցը այս գիտակցությունը կրող համահայկական ներուժի միավորումն է։ Այս համահայկական դաշտը կայացնելու համար ի՞նչն է մեզ պակասում, որտեւ այ տեսեք, օրինակ վերջերս շատ կարևոր ուղերձ ցղեց Կիլիկիո հայ կաթողիկոսը, որը ասեց պիտի ձևավորել համահայկական, այսպես պաշտպանական գավազան։
Ай, дрянить это, вореве арцаганки стакиц карцес чаянчец. Для того, чтобы иметь союзников, мы должны сделать своим самым главным союзником Бога. Потому что это не просто какие-то пафосные рассуждения. Я исхожу из исторических факторов, из самого исторического процесса. Ведь посмотрите на древний период. Я имею в виду Тиграна I Ервандуни и его главного союзника Кира II Ахеменида. Ведь они совместными усилиями поделили Мидию. Что объединяло Кира и Тиграна? Их объединяла вера в единого Бога. В условиях, когда армяне поклоняются деньгам, армяне не могут быть союзниками народов, которые являются стержнем монотеизма. Мы сами, наш народ, исторически был стержнем монотеизма, стержнем единого Бога. Это большой системный вопрос, сложный вопрос. Но я вам хочу сказать, что, возвращаясь к самому главному, ведь проблема состоит в том, что когда мы не сделали Бога нашим союзником, когда мы начали поклоняться материальному, поклоняться деньгам, мы начали отвергать ту землю, на которой мы должны расти и развиваться. Ведь когда вы бросаете мусор на улице, это означает, что вы ненавидите землю, свою собственную землю. А почему вы ее ненавидите? Это этическая проблема. И суть этой этической проблемы, если глубоко копаться у нас в душе, она происходит от того, что мы перестали уважать женщину. Женщина и есть земля. В условиях, когда Армения лидирует по селективным абортам, мы не должны удивляться, почему наши улицы переполнены мусором. Это взаимосвязанные вещи, потому что это этическая проблема. Поэтому наше возвращение к единому Богу, наше укрепление веры, которое возможно только через просвещение, только через школу, наше возвращение к вере, оно станет основой грядущего армянского возрождения. Но тогда мы должны четко определиться, мы должны четко понять, что главными людьми в нашем обществе должны быть школьные учителя, должен быть армянский воин, который защищает линию соприкосновения со злом, должен быть человек, который работает на земле, хлебопашец. Мы должны соответствовать нашему названию. Ведь что такое армянин? Что такое Армения? Армения буквально переводится, или армянин, например. Армен. Переводится как благородный человек. Вот если возвращаться к вопросу диаспоры, к вопросу единения, имея олигархическую модель управления в Армении, разумеется, диаспора, она будет дезорганизована. Потому что олигархическая модель, она действует в интересах узкого круга людей, олигархов, целью которых является не защита земли, а извлечение прибыли. И в этом смысле олигархическое армянское государство, ему выгодно, чтобы диаспора не объединялась. Потому что если она объединится, она начнет требовать. Но мы должны понимать, что диаспора, она должна взять на себя ответственность за судьбу Армении. Но для этого мы должны объединяться по самому главному принципу, принципу социальной справедливости. В условиях, когда в Армении, согласно данным ООН, 500 тысяч человек регулярно недоедают, а рестораны и кафе переполнены, дорогие, причем элитные рестораны, это говорит о том, что у нас, по большому счету, в стране живет два народа. То есть наша новая армянская идеология должна быть на этом основана. Как сделать так, как создать алгоритм, математическую модель, формулу, в конце концов, чтобы наши дети думали не о том, как сегодня, завтра, послезавтра добыть хлеб насущный, а могли читать в это время книгу, изучать, получать образование. И через это образование мы начнем укреплять нашу духовность.
այսպես ասենք, բնության մեջ աղբ չկա, մարդն է միայն ստեղծում։ Այս վիճակը կեղծ է, որտեվ այս համակարգը, որ մեզ պարտադրված է, դա մերը չի։ Եվ մենք այսպես հուսահատվում ենք, այս ամեն ինչին մեջ կորցնում ենք մեր ինքնությունը։ Եվ այս հակադրության մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի կայանա ի վերջո այն ձերացված, այն մյուս Հայաստանը, այն ճշմարիտ Հայաստանը, որը ամեն կերպ այսօր հայտնվել է լուսանցքում բոլոր ոլորտներում։ Բայց բնականաբար աշխարհում մենք մենակ չենք, մենք հազարամյակների պատմություն ենք անցել, այնույն այս համակեցության հազարամյա փորձը մեզ հուշում է, որ մենք ունենք բնական դաշնակիցներ։ Եվ եթե մեր անգամ վարչապետը ասում է, ամբողջ աշխարհն է մեր դեմ, դա նոմբան չի կարող լինել։ Ժողովուրդ, եթե մենք կանք, չի կարող դաշնակից չունենանք, ուրեմն մենք մեր դաշնակիցներին օտարել ենք ինքներս։ Գիտեք ինչ, այնույն Ռուսաստանի հանդեպ, այսօր կա ծայրահեղ վերաբերում, կամ ծայրահեղ թշնամական, կամ որպես փրկիչ։ Եվ այդ առումով մեր ճանապարհը որն է, արևմուտքը, արևելքը, Ռուսաստանը, մի խոսքով մեր կողնորոշումը, մեր իրական ինքնության պարագայում, մեր հայացքը որ կողմ պիտի ուղղենք։